Здравствуйте, ребята. Привет тренерам, родителям, болельщикам. Ну что, мы начинаем очередной раунд представления участников 10-го юбилейного международного фестиваля «Большие звезды светят малым». Мы находимся в Доме футбола, улица Народная, 7, это Москва, в самом центре, можно сказать, российского футбола. Мы провели жеребьевку представления тех команд, которые играют у нас на стадионе «Уренгоец». А сегодня мы представляем две сразу планеты. Планета Луки Модрича. Ну, я думаю, что чемпионат мира вот-вот только еще, что называется, горяченький. Все знают, что Лука Модрич – лучший игрок мирового чемпионата в Москве, который завершился буквально месяц назад. И еще одна планета, которой имя дал еще один замечательный футболист, показавший просто великолепную игру, чемпион мира теперь, французский Килиан Мбаппе. Сложная фамилия, придется выговаривать, но игра его, конечно, была просто восхитительна. Планета Луки Модрича будет делиться на два созвездия. Созвездие Юрия Газинского, созвездие Алана Дзагоева. А планета Килиан Мбаппе, оно созвездие Александра Бухарова и созвездие братьев Мирончуков. Ну, объясняю немножко. Итак, планета – это 16 команд, которые будут разбиты на две группы. В каждой группе по 8 команд. И вторая планета, планета Мбаппе, тоже будет разбита на две группы по 8 команд. Вот сначала ребята играют в группах, игры проводятся в круг, определяют победителей. И потом уже проводится, соответственно, матч, кто какое место занял. Там первое с первого места, второе со вторым, третий с третьим и так далее. Вы проведете примерно 9-10 матчей за время нашего замечательного турнира. Всего в этом фестивале примут участие 124 команды. Ничего подобного у нас ранее не было, не только у нас, но не было таких крупных турниров вообще в истории российского футбола, что детского, что взрослого. Так что вы уже, можно сказать, рекордсмены, возможно, заносите в книгу Гиннесса. Хотелось бы, чтобы вот наше представление было не только представлением команд, тренеров, участников, названий ваших девизов, но и хотелось бы, чтобы вы хотя бы чуть-чуть знали немножко о том городе, с которым будете играть. И я постараюсь это сделать, буквально в трех словах буду говорить, что это за город, какая это команда. Ну, пожалуй, все, наверное, все, что вам требуется. Только осталось приехать в Анапу, выйти на стадион «Спартак» с хорошим настроением, показать классную игру. Я думаю, что вы покажете эту классную игру. Ну и хорошенько отдохнуть. У нас будет хорошая большая программа. Здесь у нас и встреча будет с актерами, и такая, ну, пока не скажу, но замечательная дискотека с прекрасным диджакеем. Здесь будут спартакиады традиционные. Кстати, мамы и папы, возьмите, пожалуйста, спортивную амуницию, потому что для вас тоже будет спартакиада. Вы должны показать пример своему сыну. Он так и называться будет, спартакиада. Покажи пример сыну. Очень много конкурсов веселых, разных, футбольных, необычных. Я думаю, что будет весело и полезно. Также будет представление воочию у нас будет нашего турнира. Но это уже на стадионе «Спартак». Погода замечательная. Купаться можно вовсю. И что, начинаем мы работать. Итак, планета Модрича, созвездие Газинского. Представляем команду «Балтика». «Балтика», Калининград. Ну, я бывал много раз в Калининграде. Это самый наш западный город России. Прекрасный, красивый город, его еще называется янтарным краем, называют, потому что добывается янтарь. Там знаменитая Куршская коса находится, граничит Калининградскую область с Литвой, что называется, прям прямой выход в Европу, и ребята этим пользуются. Я вот смотрю визитку команды «Балтика-Калининград», здесь турниры, которых они бывали, сплошь зарубежные. И в Польшу они ездили, в Литву ездили, опять в Польшу, в Белоруссию. В Беларуси выступали. В общем, это сильная команда, сразу видно по результатам. Первые места, второе места вот побеждали. И в Калининграде побеждали, и второе место здесь. Так что здорово. Тренера команды Ринат Касимович Гибадуллин. Останавливаюсь особо. Ринат Гибадуллин является, был точнее игроком команды «КамАЗ» и участником чемпионата ДФЛ. Это было так давно, это был 1994 год. За это время он стал взрослым,
поиграл в футбол хорошо в команде мастеров, а теперь тренирует мальчишек. Я передаю Ренату Гибадуллину большой привет от его всех друзей, включая Сашу Бухарова, его земляка, Владислава Игнатьева, его земляка, тоже по набережным Челнам. Они, правда, помоложе, но они друг друга, конечно, знают. Второй тренер Алексей Олегович Енин. И капитан команды Роберт Зикрач. И девиз команды «Один за всех и все за одного». Представили команду. Команда «Волжанин», Кинишма. Старинный русский городок, находится на Волге. Прекрасная набережная. Здесь жил и начинал играть в футбол Николай Иванович Киселев, знаменитый футболист московского «Спартака», турнир которого и проводится у нас здесь. Тренер команды Евгений Евгеньевич Маслов, капитан Тимофей Липахин. Девиз «Когда мы едины, мы непобедимы». Много турниров выигранных, первое место, но в основном в Ивановской области. Кварц, Бор, городок небольшой, стоит на Волге. Извиняюсь, он стоит, да, на левом берегу Волги. Это Нижегородская область. Интересно, говорят, местные жители говорят, я приехал не в Бор, а на Бор. И не в Бору, а на Бору, они говорят таким образом. Чем он еще славен? Крупнейший стекольный завод. То есть вот стекло любое, которое там у вас вставлено в окно вашей квартиры, дома, или там стекло от автомобиля, все это делается в городе Бор. Команда называется «Кварц». Тренер Сергей Сергеевич Борисов, капитан Артем Сериков. Девиз очень простой. Мы – команда. Выступали ребята в основном в Нижегородской области, второе, третье места. Лицей Камышлов. Есть такой городок. Городок недалеко от Свердловской области. Маленький городок. Всего 26 тысяч населения. И тем приятнее видеть команду этого городка среди наших участников. Тренер Сергей Петрович Воробьев. Капитан Илья Воробьев. Родственники, видно. В отборочном турнире дивизиона Игоря Смольникова, который прошел в Каменске, Уральске, команда заняла первое место. Ну и девиз такой у них достойный, олимпийский девиз у них: быстрее, выше, сильнее. Достижение — первое место в городе по мини-футболу, кроме вот победы на турнире Смольникова. Команда «Локомотив Уссурийск» – это очень дальний город, это аж Дальний Восток, Приморский край. Но Уссурийск, сразу, когда говорят, сразу вспоминаешь Уссурийск, уссурийские тигры. Честно говоря, я тигров видел только в клетке, то есть в зоопарке. Я думаю, что, может быть, там уссурийские тигры где-нибудь недалеко ходят от этого города. Я думаю, что ребята приедут, они нам обязательно расскажут. Но вообще это редкое животное, охраняется, в Красную книгу занесено, охраняется государством. Тренер команды Вадим Анатольевич Щелкунов, капитан команды Арсений Рогозин. Девиз: все за одного, команда «Локомотив» не боится никого. Это нужно соперникам учесть. Команда не боится никого. Достижение: первое место на турнире у себя в Приморском крае. Вот примечательный турнир, третье место. МЧС проводил такой вот турнир, они заняли третье место. Команда «Пищевик Беслан», город Северной Осетии. Замечательный город, интересный город. На берегу Терека, но, к сожалению, не хочется это вспоминать, но мы должны это помнить. Мы должны помнить о трагедии, которая произошла в Беслане в 2004 году, когда террористы 1 сентября захватили школу. И тогда, в общем, до сих пор это страшно произносить, когда погибло 300 человек и 186 детей. Вечная память всем погибшим. Но жизнь продолжается, мы желаем ребятам из Беслана успеха в нашем турнире. Хорошие игры, покажите себя, ребят, с самой лучшей стороны. И тем более у вас такие тренеры замечательные. Спартак Лёзович Габараев, а второй тренер, ну, мы его хорошо знаем, это Юрий Атарович Наниев. Приводил он команду, привозил на многие турниры детские. Ну а еще он славен тем, что это первый тренер Алана Дзагоева. И когда мы вручали премию «Первая пятерка» Алану Дзагоеву, Юрий Атарович Наниев тоже приезжал к нам на это вручение. Всем здоровья, ждем, пообщаемся, расскажете, как вы там живете. И красный дивизион Алана Дзагоева, эта команда заняла второе место. Теперь Томь. Томь выступает у нас двумя составами. Томь 1, Томск. Город старинный, сибирский. Город, где первый в Сибири и на Дальнем Востоке был организован университет. Он сегодня также успешно работает, заканчивает многие студенты, которые становятся специалистами, среди них профессора, академики, много великих, знаменитых людей. Ну, а для нас это, конечно, самая великая команда «Томь».
Томск. Мы желаем взрослой команде футбольный топ успеха в ФНЛ. Ну и мальчишкам, которые побеждали у нас на локоболе в третьем розыгрыше Международного фестиваля локобол. Тоже успехов на этом турнире. Борис Алексеевич Егоров тренирует мальчиков. Капитан команды Михаил Ипатко. И девиз вот такой. Томь, команда высший класс. Артем Дзюба играл за нас. Представляете, как? Том, команда высший класс. Артем Дзюба играл за нас. Я думаю, что томичам особенно будет интересно узнать, что мы придумали один такой, ну, такую акцию одну, где будет, она посвящена Артему Дзюбе. Хотя могут выступать не только томичи, все команды, пожалуйста, будут играть. Достижение. Команда играла, вот выезжала в Кемеровской области, играла в Барнауле, играла в Томске. И весьма успешно. Первое, второе место. Но я хотел бы сказать, что слабых команд у нас нет, не было и не будет. И последняя, не последняя, а крайняя команда, которая будет выступать в созвездии Юрия Газинского, форвард Самара. Ну, Самара для нас это, в первую очередь, это колыбель детской футбольной лиги. Там у нас был проведен первый финал чемпионата ДФЛ в далеком 1994 году. И для нас это, конечно, еще очень важно, что самарец Самара, первый наш чемпион, за который играл Саша Нюков, они тоже наши первые чемпионы. Два тренера у команды: Александр Сергеевич Волков, Петр Александрович Севастьяненко, капитан команды Антон Шевченко. Побеждала команда у нас в Сызрани, занимала первое место в Казани, то есть с большим опытом. Ребята приезжают, и, конечно, с надеждой на победу. Хорошо, мы им победы тоже желаем. Теперь представляем созвездие Алана Дзагоева. В первом у нас значится на букву А Академия футбольного клуба футбола имени Юрия Петровича Коноплева, основателя этого замечательной, сильной, славной Академии из Тольятти. Про город можно много рассказывать. Самое главное, что это город находится на Волге. Самое главное, что там огромный автозавод. Вот. И вот эта замечательная академия. Тренеры: Владислав Андреевич Найденко, Александр Николаевич Солнцев, капитан команды Александр Юдин. И девиз: Академия вперед, впереди удача ждет. Рифмуется очень хорошо. Академия вперед, впереди удача ждет. Достижения тоже очень много. Отметим победу на Кубке Йошкар-Олы. Это было зимой. Я как раз туда приехал и видел этот успех команды Тольятти. Первое место. Ну и несколько других турниров они тоже выиграли. Здесь еще одна команда из Свердловской области. Это Камышловский район. Мы уже представляли эту команду, поэтому говорить не команду, имеется в виду этот район, а о команде скажем. Команда тренирует Денис Георгиевич Коровкин, капитан Никита Кольцов. Девиз: пока мы едины, мы непобедимы. Кстати, вот они едины, непобедимы, говорят, но их побеждали. Вот они занимали второе место и даже четвертое место. Так что они, наверное, едут к нам, ну, никак не меньше, чем за первым местом. Команда города Рыбинска, это спортивная школа номер 6. Ну, что можно сказать про Рыбинск? Рыбинск, само слово Рыбинск, значит, там живут рыбаки. Коль Рыбинск, там живут у нас, жили, точнее, у нас бурлаки. Ну, жили, но память у них остается. Может, кто приезжает по набережной, гуляет, увидит там бурлака, обязательно на память, я думаю, что сфотографируется. Огромное водохранилище там, прям как целое море. Тренирует команду Олег Владимирович Глущенко. Тренер команды Иван Федотов. Девиз: нам играть прошла пора, футбол – народная игра. Повторяю, нам играть пришла пора, футбол – народная игра. На памяти турнир Шаронова команда заняла первое место. Вот у нас самая северная команда – Пульс Якутск. Я не поленился, я бывал в Якутске тоже, правда, давно, и два раза бывал там. Вот, но я не поленился и заглянул, думаю, вот я когда зимой туда приезжал, почему же я так быстро замерзал? Ничего удивительного. Ребята, вы только представьте, зимой температура достигает, 60 градусов мороза, 60. А летом, вы не поверите, бывает 40 градусов тепла. То есть такой разницы нет ни в одном больше городе нашей страны. 100 градусов разницы температур. Тренер команды Василий Викторович Ивочкин, Прокопий Владимирович Федоров. Вы скажете, а где же тогда они играют? В Якутске замечательный футбольный манеж построен. Можно играть круглый год. Капитан команды Глеб Новожилов. Пульс Якутск чемпион. Девиз: Пульс Якутск чемпион, победит сегодня ОМ.
Побеждали они дважды на турнирах у себя в родном Якутске. Теперь спортивная школа номер 15, город Воронеж. О Воронеже можно говорить много-много-много долго, потому что действительно потрясающий большой город, культурный центр, миллионный город. Там всего много и музеев, и театров. В общем-то, есть футбольная команда «Факел». Я думаю, что многие ребята 15-й школы мечтают играть за основную команду «Факел», которая представлена в ФНЛ. Но пока играют они у нас на наших турнирах и весьма успешно. Тренирует Валерий Владимирович Михин, капитан команды Евгений Ванян. Отборочный турнир они у нас выиграли. Не, заняли второе место на отборочном турнире Романа Шишкина, который проходил у нас в Воронеже. Ну и побеждали на других турнирах. Вот и в Старом Осколе первое место, и у себя еще дома тоже. Правда, нет девиза. Значит, задача какая? Я обращаюсь к ребятам, к капитану, особенно к капитану. Капитан, за оставшиеся дни до начала турнира нужно обязательно придумать себе хороший девиз. Вот вы слышали, сколько много хороших девизов? Ну, приехать без боевого клича — это все равно, что приехать без знамени на сражение и проиграть его. Поняли, да? Это очень важно. Спортивная школа номер 2, Барнаул. Барнаул, такая есть шутливая, четверостишье такое. На горе, нет, двухстишье, на горе стоит аул, это город Барнаул. Ну, я так улыбаюсь, потому что я тоже из Барнаула. На самом деле Барнаул — современный город, там проживают 600 тысяч населения, там много футболистов, там есть две школы, они соперничают. Одна школа «Смертина», другая школа «Динамо». Но не только они так успешно играют. Вот спортивная школа номер 2, город Барнаул, у нас будет играть. Тренер Виталий Юрьевич Крючков, и капитан команды Илья Михайлов. И девиз: одно детство, одна команда. Ну да, два детства не бывает, в двух клубах сразу играть невозможно. И будьте верны всегда своему первому клубу. Торнадо Волгоград. Торнадо Волгоград для нас тоже почти родной город. Город-герой, город, где у нас появилась, родилась, играла в детской футбольной лиге «Олимпия Волгоград», где воспиталось целое созвездие футболистов, где вырос прекрасный тренер Леонид Викторович Слуцкий, наш друг большой, человек, который помнит, откуда он вырос, и, самое главное, помогает нам, помогает вам, ребята. Он создал свою школу в Волгограде, она, кстати, тоже будет в турнире. Но мы сейчас представляем «Торнадо Волгоград». Тренер Максим Владимирович Осипов, капитан Артем Ступников. И девиз: один за всех и все за одного. Самый популярный девиз нашего фестиваля. Он, конечно, хороший, но все-таки нужно какие-то свои оригинальные искать обязательно девизы. Команда очень много ездит, выступает. Вот я смотрю, и в Сочи, в городе Сочи она была, и в Камышине она была, и у себя дома на многих турнирах. Поэтому я думаю, что эта команда приедет опыта, опытная команда, боевая, будет играть успешно. Химик Дзержинск. Химик Дзержинск находится рядом с Нижним Новгородом. Долгое время это был город химиков, поэтому немножко экологическая там обстановка, если я не ошибаюсь, желала лучшего. Но сейчас закрыли многие предприятия, что называется, дышать стало легче. Вот футбольная команда долгое время в Дзержинске была, там и в первой лиге. К сожалению, ее сейчас там, в этой первой лиге, нет. Но есть детская команда, ее тренирует Денис Николаевич Дерышев, тренер Андрей Толчанов. Дивизион Ильи Горелова, футболиста, известного за команду «Локомотив Нижний Новгород», она выиграла первое место. И девиз такой: один кулак, одна команда. Ну, у меня кулак маленький, можно сказать, кулачок. Я думаю, что кулак должен быть вот такой. Если кулак такой, один кулак, и вот такой, вот одна команда должна быть. Достижение: чемпионат Нижнего Новгорода, первое место. Всероссийский турнир в Изумрудном. В прекрасном месте, классное там поле, и проживание, и питание. Наши ребятишки там играют. Тоже команда заняла первое место. Вот мы закончили вам представлять планету Луки Модрича. Я давайте быстренько сейчас пробегу еще раз, кто не записал. Итак, созвездие Газинского: Балтика Калининград, Волжанин Кинешмак, Скварц Бор, Лицей Камышлов, Локомотив Уссурийск, Пищевик Беслан, первая команда Томск, Форвард Самара, созвездие Алана Дзагоева — Академия Коноплева, Тольятти, ДСУШ — Камышловский район, Свердловская область, спортивная школа номер 6 Нарыбинск, Пульс — Якутск, спортивная школа 15 город Воронеж, спортивная школа номер 2 Барнаул, Торнадо Волгоград и Химик Дзержинск. И мы приступаем к планете Килиана Мбаппе. Ну, всем желаю, чтобы вы вот играли так же красиво, так же классно, как проявил себя на нашем чемпионате, на нашем великолепном, на самом лучшем в мире чемпионате мира в Москве, в российских городах.
в чемпионате мира нынешнего года. И, конечно, мы гордимся, что мы сумели сделать просто сказку для всех, и для футболистов, и для тренеров, и для болельщиков, многих из которых мне тоже приходилось видеть. Они просто ходили счастливые, никогда еще ни одна страна другая не принимала их так тепло, как принимали мы эти все вот города, где игрались матчи чемпионата мира. Итак, созвездие Александра Бухарова. Александр Бухаров – чемпион детской футбольной лиги среди ребят 1985 года рождения. Вдруг смотрит, передаем Саше привет. Если он не смотрит, передайте ему, мы его помним. Мы ему желаем, чтобы Саша забивал чаще за команду «Рубин» Бухара. Он умеет это делать, он был лучшим бомбардиром ДФЛ. Команда «Альском» Полевской. Это небольшой городок, находится неподалеку от Свердловской области. Если вы любите, знаете, читали сказки и читаете, и будете читать сказки Бажова, так вот, именно там живет хозяйка Медной горы. И все сказки Бажова, великого нашего русского сказочника, были написаны в этом маленьком городке. И говорят, самое главное, внимание, особенно кто любит там искать клады, говорят, что до сих пор там есть неподалеку пещера. И пещера эта вся набита золотом, ребята, золотом. Если найдете золото, пожалуйста, хотя бы часть отдайте детской футбольной лиге, и мы будем стараться проводить больше турниров и лучших турниров. Согласны? Вот так будет. Итак, тренер этой команды Алексей Валерьевич Абрамов, капитан команды Данил Аникьев. И девиз такой: ни шагу назад, ни шагу на месте, а только вперед, а только все вместе. Замечательно. Ни шагу назад, ни шагу на месте, а только вперед и только все вместе. Классно. Достижений много. Ездили в Тюмень, ребята, ездили в Омск, ездили в Новоуральск. Ну что, ждем сказочного выступления от Бажова. Команда Истон-Сити, Владивосток. Владивосток – красивый город, красивейший город Дальнего Востока. Вы знаете, у меня так получилось, я ехал в Находку, которая находится еще дальше, и мне пришлось ночевать в аэропорту, в гостинице, а я так не заехал в Владивосток, потому что тогда все там разрыли, готовились к саммиту, крупнейшему экономическому форуму. И там мне сказали, если вы туда заедете, в Владивосток, то выберетесь оттуда через 6 часов. Я до сих пор вот жалею, что попал неудобное в то время в Владивосток, но я верю всем людям, которые там были, и верю, что там классная команда, которую тренирует Алексей Валерьевич Абрамов. Я уже повторил здесь все успехи. Извиняюсь, я просто так быстро говорю, чтобы вы быстрее узнали соперников. Это я опять повторил команду Полевского. Итак, внимание, команду тренирует Дмитрий Георгиевич Никитенко, второй тренер Сергей Валерьевич Шуев и капитан команды Никита Борщун. Девиз: «Истон, мы сила, футбол – наша жизнь, победы добьемся, соперник, держись!» Во как! Соперник, держись. Достижение. Кубок начальника... какой турнир, оказывается, есть. Кубок начальника Дальневосточного пожароспасательной академии. Спасибо вам, начальник Дальневосточной пожароспасательной академии, что беспокоитесь о наших мальчишках. Первое место заняли ребята на этом турнире. Крылья Советов Самара. Ну, про Самару я уже все сказал. Осталось только представить этот славный футбольный клуб. Крылья Советов Самара. Тренер Александр Анатольевич Ананин. Максим Владимирович Рябцев, капитан команды Устин Антипов. Девиза нет, надо придумать обязательно. Могу только сказать соперникам, что, чтобы узнать эту команду, они будут выступать, форма будет бело-синяя форма. Патриот Котлас. Я думаю, что даже пятерочники, которые имеют пятерку по географии, не каждый скажет, где этот город находится. Я вам скажу, это Архангельская область. Город находится на севере. Городок небольшой. Вся промышленность там связана с железной дорогой, потому что там большой железнодорожный узел. Тренер команды Данил Васильевич Чернаков. Капитан команды Андрей Голубев. Девиз: только к победе, только вперед. Наша команда идет. Патриот. Складно. Только к победе, только вперед. Наша команда идет. Патриот. Классно. Второй состав. Томск. Второй состав Томск. Про Томск я уже сказал. Тренер команды Борис Алексеевич Егоров. Капитан Станислав Ильин. Девиз: наша Том дружнее всех. Жизнь, футбол нас ждет успех. Отлично.
Команда выступала на турнире Кубка Раздаева в Кемеровской области, заняла второе место. И на своих соревнованиях, включая турнир, так, просто написано скромно, первое место на нескольких турнирах, а вот на турнире Александра Ерохина в Барнауле команда заняла второе место, то есть очень выступила успешно. Команда Уралан Элиста, столица Калмыкии, переводится, кстати, я не поленился посмотреть, как переводится. Значит, с одной стороны, это город называется, как бы говорят, это город песчаный, с другой стороны, степной. Я думаю, что все это вместе, песчаный и степной. Если туда приехать летом, ребята, это будет, могут быть пыльные такие песчаные бури, и жара может стоять 40 градусов. Очень тяжело там летом. И я просто вот восхищаюсь ребятами, которые, несмотря на такую жару, тренируются, готовятся к нашим поединкам. Я думаю, им вот эти 30-32 там в Анапе, это будет, ну, просто пустяк после 40 градусов. Тренер команды Жангр Петрович Тюрбеев, капитан Дарсен Санджиев. Девиз: «Уралан, смелее в бой, вся Калмыкия с тобой». Классно. Достижения. Команда у нас выступала в Знаменске первое место, выезжала в Буденновск первое место и в Астрахани победила тоже первое место. Молодцы. Представляю «Электрон» Великий Новгород. «Электрон» Великий Новгород – это старинный русский город. Было время даже, когда они соперничали за первенство аж с Москвой, Великий Новгород. Сегодня это небольшой город. Очень красивый, старинный городок, несмотря на то, что много было разрушено во время Великой Отечественной войны. Тренера с удовольствием представляю — Андрей Андреевич Семененко. Почему именно ему я отдаю предпочтение? Потому что Андрей Семененко возглавлял команду «Акрон» из города Нижнего Новгорода, которая была чемпионом ДФЛ в далекие-далекие 90-е годы. Но команда тогда Андрей готовил хорошую, Андрей Андреевич. Я думаю, что это будет тоже сильно. Капитан Данил Иванов. Девиз: «Электрон, давай вперед, Новгород, победа ждет». Хорошо. Первые места везде. Команда ездила в Ленинградской области, заняла первое место. В Старой Руси заняла первое место. Хорошая команда. Этого я представлял вам сейчас созвездие. Созвездие представлял вам Александра Бухарова. Теперь созвездие братьев Миранчуков. Пожалуйста, вот загадочная была для меня команда. Я думаю, что же за команда такая? Написано «Иркутск», команда называется ВЧНГ. Я так расшифровывал, ничего не мог понять, как потом мне сказали. Да это очень просто. Это Верхнечонский нефтегаз. Держи так. Верхнечонск нефтегаз. То есть это будущие газовики и нефтяники у нас будут играть за эту команду. Ну, Иркутск, в первую очередь, это красивый, старинный сибирский город. Очень красивый город. Я тоже там бывал. Ну и рядом с Иркутском находится знаменитая, самое глубокое в мире озеро под названием Байкал. Тренеры: Павел Александрович Необъявляющий, Иван Васильевич Егоров, капитан команды Кирилл Гавриленко. Ну и девиз: только вперед. Легион Долматова. Это Курганская область у нас. Находится этот небольшой городок. Всего 12 тысяч. Это, кстати говоря, ребята, самая маленькая будет, ну как, самый маленький городок из всех тех, которые будут играть на нашем суперфинале. А у нас будет играть 124 команды. Находится на реке Исеть. Славился раньше чем? Вот интересно, он славился тем, что там выращивали огурцы. Там вся округа, весь Урал съезжался, покупал эти огурцы. И еще собирали дикий хмель. Тоже любопытно. Долматова тренера Александр Владимирович Кузнецов, Валентин Иванович Тропин. Капитан команды Александр Кузнецов. Девиз: «Одна команда, одна семья». Итак, это легион Долматова. Еще одна команда. Лидер — Уссурийск. Мы ее уже представили. Город Уссурийск. Тренер Олег Олегович Крапивников. Капитан Леонид Коленик. И девиз: «Только лидер, только победа». Команда заняла первое место, завоевала путевку вот на наш турнир в Анапу. Первое место на турнире в Находке, турнир Виктора Файзулина. Олимпиец Нижний Новгород. Про Нижний Новгород можно тоже много говорить. Старинный русский город, находится на Волге. Знаменит тем, что его долго называли третьей столицей России после Москвы и Санкт-Петербурга, потому что это был самый главный торговый город нашей страны. Сохранился там Кремль великолепный, знаменитая Стрелка, мост, через который Валерий Чкалов, наш легендарный летчик, пролетал
поспорив. Представляете, что такое пролететь под мостом и не задеть этот мост? Вот такой был у нас классный летчик, который родился в Нижнем Новгороде. Тренер команды Дмитрий Олегович Маштаков, капитан Всеволод Пономарев. Девиз. Наш девиз таков: больше дела, меньше слов. Видели мы эту команду на турнире Забелина по новой и на кубке Виктора Ворошилова. Сокол Самара. Про Самару уже все сказал. Добавим только, что команда, к сожалению, не представила нам себе более расширенную справку. И мы только знаем, что тренер команды там Дмитрий Анатольевич Чуенков. А в отборочном турнире она заняла первое место в дивизионе Игоря Шевченко. Хакасия, Республика Хакасия. Так и называется команда. Город Абакан, это столица Хакасии. 3390 километров от Москвы, но на самом деле не так далеко. Сел в самолет, через 5 часов ты уже там. Там находишься. Самый популярный вид спорта у них — хоккей на траве. Ну, как видите, играют и в футбол. Тренер команды Сергей Игоревич Куликов, Евгений Брониславович Кашец. Капитан команды Алексей Богуш. Девиз такой: футбол – это круто, футбол – это класс, Хакасия вперед, победа ждет нас. Ну, то, что это круто, то, что это класс, сомнений нет. Будем ждать, что, может быть, и Хакасия действительно выиграет первое место, как это она сделала на турнире в Минусинске, где заняла первое место, разыгрывался приз Диньяра Белелединова. Я удивлен, каким боком Диньяр Белелединов касается Минусинска. Узнаем, как раз приедете, я все узнаю. Школа Леонида Викторовича Слуцкого, я уже представил, город Волгоград. И с удовольствием называю тренера команды. Это Антон Александрович Сахаров. Антон Сахаров, чемпион детской футбольной лиги дважды. Капитан команды Максим Орешкин. Достижение: зональное первенство России, Черноземья. Выиграли первое место и третье место на финальном турнире. Третье место. Здорово. И, наконец, мы дошли до последней команды. Команда, единственная у нас команда, которая носит такое название по-латински, называется «Джога Москва». Но в Москве мне как бы стыдно говорить, потому что вы лучше меня знаете Москву, наверное. Тренер команды Камиль Недимович Сарихиддинов. Капитан Роман Калашников. Девиз: «Играй красиво». Что могу про эту команду сказать? Действительно, команда играет очень красиво. Играет такой техничный футбол. Здесь много замечательных футболистов, даже по фамилиям. Допустим, вот смотрите, даже есть такая фамилия — Милан Йотов. Такая фамилия. Ну, а для меня, допустим, очень привлекательная фамилия игрока, который выступал в детской футбольной лиге в первом чемпионате. Написано Мирослав Лебеденко. Я подумал, а не Игорь Лебеденко, это игрок, сын. Я набрал Игоря Лебеденко, говорю: Игорь, а вот Мирослав Лебеденко в «Джоге» — это родственник твой? И он гордостью сказал: это мой сын. Я желаю удачи Мирославу и команде «Джога», успехов на нашем замечательном фестивале. Фестивале «Большие звезды светят малым». Мы благодарны всем устроителям наших предварительных турниров и дивизионов. Мы благодарны футболистам и тренерам, которые дали и свои имена названиям этих дивизионов. Мы ждем Анапу, мы едем туда с желанием организовать для вас хороший турнир. Ну, а от вас, конечно, ждем классной игры. Всего вам доброго, до встречи, ребята. До свидания.